Я думаю, любой, кто был в такой экспедиции, подтвердит, что это своеобразный мир. Даже есть в этом какая-то, не знаю, какая-то магия, какое-то волшебство. Отчасти похоже на то, что рисуется в фантастических фильмах о полетах людей на другие планеты. Такие виды открываются, что реально ты мог это увидеть где-то на космических снимках. Антарктика, она такая же и близкая одновременно, и далекая, и таинственная, и опасная, и пугающая. Arctic is a magical place for me. Арктика для меня является как мечта. Я очень хотел побывать на Земле Франц-Иосифа по той причине, что это изначально была моя научная работа, связанная еще в магистратуре. Я обрабатывал эти образцы, но я никогда до этого не бывал там. Специалисту другой профессии, наверное, сложно представить времена, миллионы лет или миллиарды лет. Геологи этими понятиями оперируют спокойно. Лично для меня миллиард лет – это не так давно. Когда пришел момент выбора профессии, я хотел, чтобы в моей жизни каждый новый день отличался от предыдущего. Да, вот Арктика – это такая область на Земле, куда почему-то хочется вернуться.